Автопарк окружного центра медицины катастроф стал больше. Компания Salim Petroleum Development подарила медицинскому учреждению реанимобиль. Мониторы, которые там находятся, одновременно с аппаратами для искусственной вентиляции, эти аппараты, они фактически аналогичны тем, которые используются в хирургических операционных и палатах реанимации обычных больниц, где проводятся серьезные операции. Это реанимационный блок на колесах, оснащенный по последнему слову техники. Дефибриллятор на случай, если остановится сердце, аппарат искусственной вентиляции легких и даже установка с наркозом. Так что, если понадобится, здесь можно проводить срочные операции. Медицинское оборудование, представлено в этом автомобиле, практически уникальное. В основу этого медицинского оборудования легла продукция компании Weinemann Германия. Приборы позволяют оказывать самую высококачественную экстренную медицинскую помощь. Это уже второй реанимобиль такого класса, подаренный компанией Salim Petroleum Development югорским медикам. Первую, оснащенную высокотехнологичным оборудованием спецмашины, нефтяники подарили год назад в Нижневартовской детской больнице. Нефтегазовый комплекс без медицины, здравоохранения в целом, он развиваться не мог и не должен развиваться. Во главу все-таки даже нефтегазового комплекса стоит человек во главе. А забота о человеке тоже забота и компании, и здравоохранения в целом. Участником окружной программы «Современное здравоохранение Югры» компания Salim Petroleum Development стала в 2010 году. И впереди у руководства компании далеко идущие планы. Только в этом году было потрачено 25 миллионов на здравоохранение, только на здравоохранение. Но у нас еще есть такие статьи, как охрана экологическая, охрана окружающей среды, такие статьи, как образовательные мероприятия. То есть у нас есть, мы вкладываемся в людей, мы вкладываемся в безопасность, вкладываемся в здоровье.